Pies, który ma na sobie czerwoną obrożę, mieszka w dalszej części ulicy. Sabaka, na której krasny aszynik, żywiot na tej ulicy. Wszystkie komputery, które są w pomieszczeniu, zostaną przekazane na cele charytatywne. Wszystkie komputery, które znajdują się na etarze, będą pożartowani na dobroczynność. Karl powiedział, że grypa, którą miał, była jedną z najcięższych, jakie przeszedł. Karl skazał, że gryp, który u niego był, był jednym z худших. Każdy, kto się nie uczy, będzie miał trudności w zdaniu egzaminu. Тому, кто не учится, будет трудно сдать экзамен. Каждый, кто любит вендровать, покоха Швейцарию. Тому, кто любит путешествовать пешком на открытом воздухе, понравится Швейцария. В прошлом году купили мы дом, который есть в поближе моих тестю. В прошлом году. Мы купили дом, который находится рядом с домом родителей мужа. Самолет, который został умытый, в концу выстартовал с тригодинным опозданием. Самолет, который только что вымыли, наконец вылетел на три часа позже положенного срока. Самоход, который достал на уродине, потребует направы. Автомобиль, который он получил в день своего рождения, нуждается в небольшом ремонте. Были мы в Мексику, на есть там великим святым. Мы были в Мексике в день Мертвых, который является большим праздником. Egzystencjalizm jest filozofią, której nigdy dobrze nie rozumiałem. Egzystencjalizm to filosofska idea, którą ja nigdy nie mogłem хорошо pojąć. Wiele osób chodzi do tego samego pubu w Londynie, do którego chodzał też Darwin. W Londynie mnogi ludzie chodzą w же самый pub. Который посещал сам Дарвин. Наука онлайн, пристемна ценово, если раз более популярна, нежды в вчасней. Онлайн обучение, которое является доступным по цене, в настоящее время более популярно, чем когда-либо ранее. Кот, которого znalazłem на улице, любит пребывать в Кошка, которую я нашел на улице, любит находиться в помещении. Любим ходить на ветечки и ездить на роверах в горах. Мы любим ходить в походы и кататься на велосипедах в горах. Мам. Trzy psy, dwa koty i chcę adoptować jeszcze więcej zwierząt. U mnie jest trzy psy, dwie koszki i ja chcę przyjąć jeszcze więcej domowych zwierząt. Proszę, weź moją kurtkę i powieś ją w szafie. Weź moją kurtkę i powies ją w szafie, proszę. Dzisiaj mamy zamiar kupić nową kanapę i stolik do kawy. Sowodnia my zabieramy się kupić nowy dywan i żurnalny stolik. Lubiła ten film i książkę. Jej ponrawili jest i film, i kniga. Umywalki i toalety wymagają czyszczenia. Rakowiny i toalety нуждаются sobie очистке. Chłopiec wymaga ostrzyżenia i nowych ubrań. Malczyk nurzają sobie w strzyżki i nowej odzieży. Poszłyśmy z mamą na zakupy i zjadłyśmy pyszny obiad. Moja mama i ja. Ходили по магазинам и вкусно пообедали. Дом basen, и видок на В этом доме есть бассейн, джакузи, а также он имеет великолепный вид на долину. Можешь замовить макарон с сыром или хот-дога. Вы можете заказать макароны с сыром или хот-дог. В моей салатце любим помидоры и авокадо. Я люблю помидоры или авокадо в салате. Чуваша, же она полюби фильм, чит Как вы думаете, ей понравится фильм или книга? Chcielibyśmy dom z basenem i pięknym widokiem. My chcieli dom z basenem i z krasiwym widem. Jest miłą dziewczyną, ale ma tyle tatuaży. Ona jest dziewuszka, no u niej tak mnogo tatuażów. Lubię psy, ale zrzucają wszędzie sierść. Я люблю собак, но они роняют шерсть везде. Фильм был хорошо написан, но слишком длинный. Фильм имел хороший сценарий, но был слишком длинным. Коты не обращают много внимания на тебя, але сон добрыми животными домовыми Кошки не обращают на вас внимания. No a nie to dobre, Ten zwierzęta. Ten pokój hotelowy jest bardzo mały, ale nie jest drogi. Ten numer hotelowy jest bardzo mały, ale nie jest drogi. Ten pokój hotelowy ale nie mieliśmy na to czasu. Ja chciałbym uwidzieć mały, ale Но у нас не было времени. Самоход функционировал хорошо, но не был выгодный до язды. Машина работала хорошо, но на ней не было удобно ездить.